Между тем, суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника управления культуры и народного творчества Нюрбинского района. Чиновницу обвиняют в служебном подлоге и растрате бюджетных средств. Как пояснили в прокуратуре, женщина потратила 213 тысяч рублей на организацию юбилея главы района. Предварительным расследованием установлено, что в период с октября по ноябрь 2015 года начальник МКУ управления культуры и народного творчества Нюрбинский район путем служебного подлога совершил преступные действия, направленные на растрату веренного ей бюджетных средств в размере более 200 тысяч рублей под видом проведения декады, посвященной 80-летию народного артиста Якутской ССР Слепцова под названием «В памяти нашей». В действительности указанные бюджетные средства были растрачены на проведение юбилея главы Нюрбинский район. В результате местному бюджету Нюрбинский район причинен существенный ущерб. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.